Народ, всем привет. Знаю, сейчас волна хейта меня накроет, но случилось то, что случилось. Датчик температуры, походу, крякнул. Постоянно показывает 50 градусов за бортом. Кто знает, что с этим можно сделать. К официалам рулить. И климат почему-то теперь надо увеличивать. Хотя бы до 30 градусов, чтобы теплая пошла. Утро следующего дня. Температура за бортом все так же 50 градусов. Сейчас в Ростове договорился с официалом Sokol Motors. Еду к ним. Потом отчитаюсь, что получилось. Я тут, кстати, стиралку загрузил назад. С ней по качкам идет даже лучше, чем шел. А цен нигде нету. Говорят, чтоб с менеджерами общались. 55-й, кстати, подешевел на 400, на 500 тысяч. Теперь где-то 2500, сказали, можно взять. Вот и все. Замену датчика показала. Запись после Нового года. Там вскроют, убедятся, закажут. Второй раз приедешь. Есть, конечно, минусы в китайских машинах. То, что запчастей нема. Ну, куда деваться? Он, кстати, вообще потух. Не показывает ничего. Всем пока!